Когда-то давно, я даже не могу сказать точно, когда мама моя, это, у нее родственники во Владивостоке, она ездила из Владивостока, она привезла маленький отросточек вот этого сакуры. Мы тогда же никто вообще не знали, что это такое. Ну вот она принялась и стала расти. И стала настоящей красавицей. Нежный аромат, пушистое пенно-розовое одеяние. Деревце благополучно прижилось в огороде хозяйки и уже много лет является украшением усадьбы Людмилы Юдиной. Каждый год в мае радует глаз и меня, и всех моих знакомых, окружающих тоже радует, что вот такая красота. Сакура не просто дерево, это дерево-символ. Символ Японии, символ красоты и юности. Она же декоративная японская вишня. Ближайшей родственницей сакуры в России считается черемуха. Показывают в Японии, это, что вот они там, это когда цветет эта сакура у них, прямо там аллея из этой сакуры. Ну, там красотища невероятная. Что-то подобное в мечтах хозяйки. Людмила Юдина посадила в огороде еще одну веточку сакуры. По ее словам, декоративное деревце неприхотливо и особого ухода не требует. Так что вполне возможно, в Бачацком со временем будет своя собственная цветущая аллея.